Привет! Как меня слышно, как меня видно? Доброе утро, Лариса Балтитис! Доброе утро, Жанна, Юля, Оксана, Сашенька, привет! Я очки одену, чтобы никого не пропустить. Ага. Ой, Кларочка. Да, конечно, Клара. Я знала, что ты будешь самая дисциплинированная, самая первая. Ну, хорошо. Насколько я правильно поняла, все, кто хотели, тот вышел в эфир, а кто не хотел, ну и ладно. Значит, у них есть другие приоритеты. Ну, тогда мы сейчас поговорим с вами о секретах продаж бизнес-пакетов. Скажите мне, пожалуйста, здесь есть люди, которые занимаются бизнесом? Напишите мне, я, ну или плюсик поставьте. Хорошо, давайте мы будем экономить время, напишем плюс. Те только люди, которые занимаются бизнесом. Поэтому будьте внимательны, обязательно. Вы знаете, сейчас вас никто не контролирует, сейчас вас никто не осуждает. И на самом деле каждый человек хочет продавать бизнес, но почему-то у него бизнес не идет. Именно для этого мы и собрались здесь, для того, чтобы разобраться, почему, что происходит. Ага, так, есть, Лидия написала, что продают бизнес, прекрасно. Так, Александр, Оксана. Хорошо, согласна с вами. А теперь напишите мне, кто продает продукт. Поставьте плюсики те, кто продает продукт. Угу. Так. Давайте так, чтобы мы не путались, а поскольку все-таки лента идет позже, чем я говорю. Поставьте два плюсика, кто продает продукт. Два плюсика. Вот Жанна написала, что очень редко. Иван продает. Лидия продает. Хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто успешно продает бизнес-пакеты? Поскольку все-таки наша сегодня конференция по вопросу продаж бизнес-пакетов, поэтому поставьте три плюсика, кто успешно продает бизнес-пакеты. Вот здесь, наверное, будет немножечко посложнее, потому что понимание бизнес-пакетов разное, поэтому подумайте, кто успешно продает бизнес-пакеты. И вот здесь я вижу, что никто. Ага, Елена спрашивает. Леночка, привет. Успешно? Это сколько в месяц? Ну, хорошо. Значит, я считаю, по моим математическим просчетам, успешно это когда новичок первые три месяца продает 4 пакета в месяц. Старичок – это тот, который уже больше 90 дней продержался в бизнесе, я именно говорю, продержался в бизнесе, да, в бизнесе, который продает 2 пакета в месяц, и лидеры, которые продают 1 пакет, бизнес-пакет в месяц. Значит, новичок – 3, человек более, уже такой, скажем, я уже… который остался в бизнесе, это 2 пакета в месяц, и лидер, который имеет уже команду и занимается командой, 1 пакет в месяц. Хорошо? Пока вы присоединяетесь к нашей конференции, приглашаете еще новичков или своих партнеров, может быть, кто-то запоздал, может быть,
после воскресенья еще занят утренними процедурами, но я все-таки жду. Вот Елена отвечает, я продержалась больше 90 дней, могу продавать по 2, только хочется дороже пакеты продавать. Обане, послушайте меня внимательно, Елена, я не говорила пакеты, я сказала бизнес-пакеты. Кто продает бизнес-пакеты? Опа! И вот здесь происходит самая загвоздка. Потому что почему у некоторых людей не идет так быстро, не развивается бизнес? Только потому, что он смешал понятие пакет продуктов с пакетом бизнеса. То есть мое понимание, как человека, который имеет большой опыт и в продажах, и в построении команд, и в организации предприятий, все-таки я вам хочу сказать, что есть два понимания. Это бизнес-пакет, я его иногда называю соцпакет, и продуктовый пакет, да? Так вот, я сейчас буду говорить только о бизнес-пакетах. Кто продает бизнес-пакет? И знаете ли вы, что это такое? Напишите мне, если вы знаете, что такое бизнес-пакет, напишите мне, поставьте мне 5 баллов. Если вы не знаете, ну, поставьте себе 2 балла. Но ничего страшного, если вы не знаете, то, ну, так мы для этого и собрались. Хорошо, Лена знает, что такое бизнес-пакет. Оксана Кравченко не уверена, может быть, она и знает, может быть, она это и делает, но все-таки критично поставила себе 2 балла. Хорошо, Светлана Березовская сказала, тоже все знаю, но тогда извините меня. Если мы все знаем, тогда почему у нас скорость развития нашего бизнеса не такая высокая, как мы хотим? Почему те результаты, которые мы получаем, они нас не удовлетворяют? А знаете почему? Только потому, что мы, ну, тот темп, который обязан быть, мы его не придерживаемся. Давайте мы посмотрим. Для того, чтобы понимать, что такое бизнес, а бизнес – это в любом случае зарабатывание денег, то есть мы идем в бизнес для того, чтобы получить деньги. То есть мы отдаем непосредственно свою энергию, мы отдаем свои знания, да, опыт, профессионализм, мы отдаем свое время, то есть 3 вещи – знания, опыт, профессионализм и время. И взамен мы хотим получить деньги. Причем какие деньги? Давайте мы посмотрим. Вы никогда не научитесь вести правильно успешный бизнес, если вы не поймете, вернее, вы не будете получать те деньги, которые вы хотите, пока вы не поймете, зачем вам эти деньги. Вы знаете, что бы вы ни делали, вы можете мечтать, вы можете, знаете, как это, рисовать визуальные картинки, да, доску визуализации, хоть каждый день на нее смотрите, вот, и мечтайте. Но если вы не делаете ничего, ничего не будет происходить, потому что на самом деле человек получает не то, о чем он мечтает, а только то, о чем вы договариваетесь, о чем он договаривается. Некоторые говорят, ну почему мне мой хозяин платит 500 долларов, ведь я же стою 1000. Почему ты работаешь на хозяина, который платит тебе 500 долларов? Почему ты не уйдешь? Если ты считаешь, что ты достоин зарабатывать 1000 долларов, тогда почему ты соглашаешься работать на 500 долларов? Значит, все-таки это еще раз подтверждает то, что мы зарабатываем не то, что мы достойны и что мы думаем о себе. Мы зарабатываем только то, о чем мы договариваемся, когда приходим к работодателю. Поэтому в данном случае бизнес в любом случае это
у тебя всегда будет работодатель. Государство, компания, в любом случае у тебя будет работодатель. И как ты с ним договоришься, какие ты оформишь взаимообязательства, так и будет происходить. Но первое, вы должны понять, да, я заслуживаю $1000. Давайте мы не будем говорить сейчас о миллионах, мы не будем говорить о суммах там 6-7 значных, хотя это реально, да, и в нашей команде есть люди, которые получают чеки с 4 нулями, с 5 нулями и даже с 6 нулями. Но есть такие люди в нашей компании с 6 нулями, но в нашей команде уже с 5 нулями точно получает. Но не в этом дело. Зачем мне эти деньги? Зачем? Только тогда, когда вы поймете, что вам эти деньги нужны, допустим, для покупки дома, тогда вы можете четко понять, что $500 вы садитесь за калькулятор. А это обязательно. Некоторые говорят: Оля, что ты мне здесь рассказываешь? Я и так все это знаю. Ты мне расскажи секрет продажи бизнес-пакета. Я вообще-то для этого пришел. Послушай, первый вопрос. Зачем тебе деньги? Зачем тебе деньги? И человек, он должен понять, что он должен определить эту сумму, которая ему необходима. И вот когда он определит, и он поймет, что... Тот хозяин, которому он пришел наниматься, дает ему только $500, и может быть когда-нибудь, если ты, друг, это самый главный бухгалтер умрет или уйдет на пенсию, вот, ты, может быть, займешь ее место и, может быть, будешь зарабатывать аж 550. Просчитайте, да, конечно, я могу допустить какие-то 10%, которые вам будет работодатель доплачивать в форме премии там или еще каких-то там сверхурочных. Но, тем не менее, вы должны четко понимать, $500, а ваша цель 100 тысяч, сколько веков вам надо работать? Потому что на $500 вам еще, между прочим, надо еще и прожить. Питаться надо, одеваться надо, обслуживать себя надо. Вот в чем дело. Поэтому, если вы не соглашаетесь с этим, вы ищете другого работодателя. В данном случае компанию. Ведь сейчас нам представлены потрясающие возможности присоединиться к сетевому маркетингу. Слава Богу, прошло 20 лет, когда я пришла в сетевой маркетинг, и через 20 лет я услышала, как сейчас повышается, значит, авторитет сетевого маркетинга, какой он сейчас выходит на легальную такую платформу. Сейчас огромное количество присоединяется к сетевому маркетингу, и это уже не позорно, как раньше писали, значит, ищу работу, секс и сетевой маркетинг не предлагают. Сейчас это считается: о, ты сетевик. То есть уважение все-таки к этой индустрии возросло. Но вы должны... И именно в этой индустрии, где есть возможность получать столько, сколько вы хотите, если вам нужны 100 тысяч, вы должны это понимать, что компания способна вам заплатить. И у нас есть люди, которые зарабатывают 100 тысяч в месяц. Значит, месяц, не годовой доход, а в месяц, да? Вот. Но даже если вы поставите цель за год создать свой капитал в 100 тысяч долларов, то уже, это уже будет ваша победа, и вы через год вы сможете чуть-чуть поднатужитесь, да, и вы сможете создать этот капитал и приобрести свою какую-то, значит, крупную покупку, которая определяет и ваше качество жизни, и удовлетворит ваши желания, и ваши амбиции, и ваше вдохновение, потому что на самом деле деньги, они способны управлять вашими эмоциями. Нет денег, грустно, есть деньги, ура, куда-то поедем тратить, о, пойдем на шопинг, да. Ну, хотела бы я вас посмотреть на шопинге, которым с пустыми карманами, да, на ваши эмоции,
только стресс вы получите, больше ничего. Ну, дальше. То есть мы определились. Вы должны понимать, первое, зачем мне деньги? Как только вы пропишете, вот здесь вы должны четко прописать, для чего вам нужны деньги. На год, на 3 года, Бог любит троицу, на 5 лет и на 10-летие. Вот эти 4 момента. Все-таки потратьте время, как вы, некоторые говорят, я даже на эту ерунду тратить время не буду. Вот сколько заработаю, столько и будет. Ну тогда какие претензии-то, а? Иди и делай, какие вопросы-то. Зачем ты тогда отрываешь мое время? Я уважаю себя, так уважай, пожалуйста, и мое время. Так вот, определились, потом вы четко расписали, что вам нужно. Все, зачем мне эти деньги? Теперь вы понимаете, зачем мне этот бизнес, да? И тогда вы говорите, это то, что я вам объяснила. Ага, вот с этим работодателем на $500, это у меня, я не соберу свои 100 тысяч, или это потрачу всю свою жизнь, вот, всю свою молодость, даже старость захвачу, да? Вот, и вы сами выбираете. И когда вы выбираете, вы определяете, смогу ли я с этой индустрией, с этой командой, с этим продуктом, с этой, с этим финансовым планом зарабатывать именно те деньги, которые я хочу. Хорошо, пойдем дальше. И теперь еще немаловажный, но не главный. Вот на это обратите внимание. Зачем мне этот продукт? Да? Потому что вы видите, здесь есть моменты, когда человек, почему он не достигает желаемого успеха, потому что он продукт ставит на первое место. Я специально вам на слайде показала, да, вот, первое, зачем мне нужен продукт, потом 2, а смогу ли я с этим делать бизнес, зачем мне этот бизнес, и 3, а зачем мне деньги. И только потом человек смотрит, сколько он может заработать с этим продуктом. Но зато, если вы внимательны, именно на слайде, даже под номером 3, я зачем мне эти деньги поставила выше всего, потому что именно этот вопрос, он определяет ваш бизнес и продукт как вспомогательный материал. Давайте посмотрим дальше. Итак, мы определились со словом «зачем». Зачем? Для того, чтобы создать богатство. Многие люди скажут, да, мне нужны деньги для того, чтобы создать свой капитал, купить то-то, машину, квартиру, путешествие, новый там телефон, я не знаю. Это все ваши запросы, я не знаю, ваше материальное состояние на сегодняшний день. Второе. Некоторые говорят, мне очень нужны деньги, чтобы ощутить вдохновение. Потому что когда у тебя есть деньги, вот можете себе представить, вот тогда ты мечтаешь уже, как ты их потратишь? Вот, аж ты захлебываешься. Я поеду в Мексику в 2021 году с компанией Джанес, потому что это крутое путешествие. Все, я аж задыхаюсь. Вот это. А знаете почему? Потому что у меня, а, есть деньги на это, б, у меня есть все условия для этого. 3, я выполнила работу, которая определила исполнение моей мечты. Все равно это деньги. То есть вот то ощущение вдохновения, я буду заниматься благотворительностью, это тоже вдохновение. Я помогу там восстановить храм, это тоже вдохновение. Я могу своим детям отвезти их в Диснейленд. Слава Богу, скоро коронавирус, наверное, закончится. Вот. Ну, у нас у каждого, где кто живет, всегда есть те места, где вы еще не были, да, и они прекрасны. То есть, может быть, нас специально посадили в изоляцию для того, чтобы мы оценили свое пространство. А то мы все это в чужом огороде, трава зеленеет, куда там мчимся, а потом приезжаем, как я живу в Крыму, да. Спросите меня, когда я последний раз была на красных камнях или мраморных пещерах, или же в Бахчисарайском дворце. То есть, вы знаете, нет, но зато я вот проездила 67 стран мира. О, не городов, а стран. Ладно, но у меня еще есть все впереди. Так,
вдохновение, но для этого мне нужны деньги, для этого мне нужно много денег. Достичь успеха, некоторые люди, они хотят реализоваться именно в своем «я», доказать своему мужу или жене, что ты тот человек, который способен создавать успех. Чтобы, вы знаете, когда я пришла в сетевую индустрию, мой муж, он мне говорил: зачем тебе это надо? Объясни, пожалуйста, я вообще не понимаю. Тебе надо, чтобы тебе хлопали? Так я сейчас ливадийскую заставу, там, значит, этих военнослужащих, денег дам, приглашу их, и они тебе каждый вечер будут под балконом хлопать и кричать: Оля, мы тебя любим! Вы знаете, для некоторых достичь успеха именно определяется именно в этом, чтобы тебя признавали, потому что когда тебя признают, твоя самооценка повышается. Это, знаете, полная гармония, когда ты начинаешь себя уважать, когда ты идешь к своему успеху, то успех идет навстречу тебе. И тогда люди, они не могут этого не замечать. И тогда они говорят: ну так это же Ольга! За ней всегда идут деньги. О, так это же Ольга. Где Ольга, там всегда есть деньги. О, это же Ольга. Вы знаете, сколько она получит? То есть вас хваляют, вами восторгаются, вас признают. И это есть определенная степень успеха. В принципе, это как раз и есть такой определитель степени твоей успешности. Но об этом в другой теме мы поговорим. И, конечно, стать счастливой. Стать счастливой – это когда у тебя уже много денег, и когда ты можешь абсолютно об этом не волноваться, когда ты создаешь такой мистический, который для многих говорит: ой, такого не существует пассивного дохода. Он существует, потому что его надо постоянно подкармливать, постоянно очищать от ненужного. Это, знаете, как ручеек, родничок, да, он будет постоянно бить, если он не засохнет. Но для того, чтобы он не засох, нужно что сделать? Его, конечно же, надо немножечко облагородить, орошать, очищать и так далее, и так далее, и так далее. Так и здесь. Поток счастья, он происходит только тогда, когда ты о нем заботишься. А когда ты счастливый, все вокруг становятся счастливы. Ну, по крайней мере, то окружение, которое на пути к созданию счастья осталось с тобой. Потому что ты всегда будешь притягивать именно там тот контингент, который внутри тебя. Если ты в состоянии счастья, к тебе будут люди приходить довольны. И ты не сможешь усидеть с теми людьми, которые постоянно жалуются, которые постоянно плачут, которые просто тебя вампирят. Ты рано или поздно ты от них отойдешь. Вот и все. Вот оно состояние счастья. Вот зачем тебе нужен бизнес. А вот здесь давайте задумаемся, что первично, бизнес или продукт? Ну, это, знаете, как это, до сих пор ученые спорят, там, и что было первое, яйцо или курица? Кто-то доказывает, что все-таки была курица, которая снесла яйцо, кто-то доказывает, что было яйцо, из которого вылупился цыпленок, который превратился в курицу или петуха. Напишите мне, пожалуйста, как вы считаете, что первично, бизнес или продукт? Какое ваше представление? Пока вы пишете, они ходят рука об руку. Да, можно так сказать, конечно, конечно. Но все-таки, если вопрос задан, что первично, то давайте мы будем говорить, четко отвечать вопрос. На вопрос, что для вас первично, бизнес или продукт? Вы знаете, я тоже задумывалась на эту тему. И я тогда взяла, поскольку мы говорим сейчас на тему денег, я взяла немножко историю создания денег. На самом деле сначала был обмен продуктов. То есть первичен вроде продукт, да? Был обмен продуктов. Вот мне нужна пшеница, а я, значит, выращиваю картошку. Значит, что? Мешок картошки на плечо, я пошла на рынок и непосредственно ищу того, кто производит пшеницу и кому еще и нужна картошка.
обратите внимание, мало того, что я вырастила свою картошку, я иду на рынок, ищу того человека, который непосредственно вырастил то, что мне надо, и которому тоже готов, который готов обменять на то, что у меня есть. Как вы думаете, из этого рынка, вот возьмем площадь, да, как это самое, самое лучшее лекарство – это привоз. Посмотрите вокруг. Много ли будет людей, которые готовы отдать пшеницу в обмен на картошку? Я не думаю, что будет много людей. Но вы найдете, обязательно на этой площади найдется пару-тройку человек, которые согласятся на этот обмен. Пару-тройку человек, которые согласятся. Так и в бизнесе, когда мы продаем продукт, когда мы ставим продукт, что у нас происходит? Мы, значит, вот у нас есть продукт, да? Вот. И что я делаю? Я ищу того, у кого есть проблемы, которые решает мой продукт, и с помощью которого мы совершим договор и сделаем обмен. То есть я ему отдам продукт, а он мне отдаст свое время, придет ко мне в бизнес, начнет развиваться и, может быть, взорвет мой бизнес. Вы знаете что? Я вам скажу одно. У меня были две очень большие группы, очень большие группы. Это те группы, которые непосредственно первая группа, которая со мной начинала, она со мной была уже больше 10 лет. И когда мы начали развивать проект Женес, то в группе были врачи, которые говорили: «Ба, какой продукт!» И как-то постепенно, постепенно, поскольку же мы же покупаем продукт, мы начинаем им пользоваться, мы начинаем говорить что-то, у нас появляются какие-то результаты, у нас это, и мы начинаем продавать. И мы говорим: «Послушайте, у вас вот здесь морщинка, у вас вот здесь второй подбородок, у вас здесь лишние жиры, у вас вот здесь вот что-то вы держитесь за печень». И мы начинаем искать, искать, искать. Вы думаете, вы знаете, это вы можете возражать. Это ваше право. Я сейчас говорю о том опыте, который я прожила сама. И вот эти люди непосредственно, они начинают: «Ой, искать». И что? Человек решил свой вопрос. Но вот здесь в голове у него был продукт. У него был продукт. И знаете, что происходит? Он ищет тех, кому нужен продукт, чтобы обменять свой продукт на деньги, которые ему нужны. Вот здесь уже пришли деньги. А для чего тебе деньги? Много ли ты на продаже продукта заработаешь? И можно ли это назвать бизнесом? Да, в определенный момент можно это назвать бизнесом. Но я не знаю ни одного топ-лидера, который продает продукт. Я знаю огромное количество, я же общаюсь с сетевиками, причем по всему миру. Я знаю, что эти люди, они могут подарить продукт, они могут значит, просто, они могут подарить, они могут отдать, то есть сами употребляют в большом количестве, дарят, отдают на презентацию. Он у них просто дома лежит, если это происходит какие-то там закупки, да, как некоторые говорят. Но когда он продает, посмотрите, что же она написала. Она написала:
продаю, но мало. Знаете почему? Потому что Жанна, она в бизнесе. Она занимается командой, она занимается ресурсом, она занимается всевозможными там рекрутингом, она занимается организациями, она работает с новичками. Ей некогда просто, ей просто некогда выходить на этот привоз и искать, кто же вырастил эту пшеницу для того, чтобы впихнуть эту свою картошку и взять то, что ему нужно. Хорошо, это продукт. Так вот, это команда, которая была со мной очень много лет. Вы знаете, что она сделала? Она постепенно перешла в продукт. Раньше мы работали с биокатализаторами. И вы знаете, не у всех были машины, не у всех. Не все разбирались непосредственно в технологии там, третий этап, четвертый этап, в механизмах. Не все. Но они продавали бизнес, и у них были деньги. Как только появился продукт, который им стал доступный, легкий, они его стали потреблять, они стали говорить, они его стали продавать, продают. И во что они превратились? Они полностью превратились в продавцов продукта. И те люди, которые к ним приходили, они приходили только на акции, непосредственно на акции. А что дают акции? Посмотрите, какая у нас сейчас просто сумасшедшая акция. Один продукт берешь, второй в подарок. В России вообще ящик манави берешь, два в подарок. Это же головой можно поехать, это на 5 месяцев. Я сегодня подарила своему племяннику вот такую акцию. То есть как раз они мне позвонили утром и говорят, мы получили посылку, да? Вот, и спрашивают, а на сколько эти 3 ящика? На 5 месяцев. То есть он придет ко мне за этим продуктом через 5 месяцев. Какой я бизнес с ним построю-то? Я не могу понять. Что произойдет? Когда он получит свой результат? Когда он скажет? И вот это вот начинается. Так вот эта группа, она постоянно сидела в продукте. Вы знаете что? На сегодняшний день там остался один единственный человек из огромнейшей группы, который залы собирала. Остался один единственный человек, который изначально, это не боюсь даже сказать, это Ольга Волкодаева, которая изначально имела предпринимательские мозги и занималась именно продажами. Так, 50 на 50. Здесь продукт, здесь бизнес. Здесь продукт, здесь бизнес. И вы что? Она выжила. Почему? Потому что только хоть что-то вложила в бизнес. У меня была группа огромная, 500 человек в Казахстане. Продукт. Продукт. Потому что человек, который купил продукт, он будет постоянно вам говорить. То я не покакал, то что-то у меня моча желтая, то у меня, значит, ты мне обещала результат, что у меня вся морщина уйдет, а она не уходит. Конечно, если ты спишь, на подушке, вот, да еще лицом в подушку, какая у тебя морщина? Да ты радуйся, что у тебя хоть глубже нету их. И вот так это происходит. И он будет тебе постоянно говорить, у меня то не произошло, у меня это не произошло, я это ожидал. А деньги-то надо платить, они же не понимают, что нужно это столько времени пользоваться продуктом, чтобы он дал тебе тот результат. Я же не знаю, что у тебя. Поэтому, когда вы продаете продукт, вы рано или поздно, вы разрушаетесь. Господа, вы разрушаетесь. На самом деле, тогда что нужно сделать? Берем бизнес. Хорошо. Опять возвращаемся к привозу картошки и к пшенице. Я вырастила картошку, и я прихожу на базар. Что я делаю? Я продаю картошку. Я не ищу, кто мне ее поменяет. Я продаю картошку. Вот так родились деньги. Что такое деньги? Это эквивалент вложенного труда непосредственно в твою
работу. Это эквивалент вложенного труда. Поэтому, если вы хотите деньги, вспомните привоз. Вспомните. Эквивалент вложенного труда. А если вы много работаете, много картошки, много времени вы провели на полях, да, то у вас будет много денег. А если вы это делаете 2 часа в день, ну, может быть, но сегодня у меня плохое настроение, сегодня у меня что-то апатия, сегодня кризис, кризис. А вообще-то вы что? Мы оправдываем свои страхи и сомнения через кризис, вот через лень и так далее. Нет. Вы знаете, именно в кризис вы видели, как в прошлом месяце наши товарообороты выросли в несколько раз. Какое огромное количество людей заработало много денег. Значит, продается, только вообще, во-первых, что? Я прозвоните этим людям и скажи, сколько ты продукта продал для того, чтобы получить премию, допустим, там в 3000 долларов, да? Я видела, как там Марина Скуратова написала, премия 3000 долларов. Спросите у нее, сколько она продала продукта. Или сколько она продала бизнеса. Давайте теперь определимся, что же такое бизнес. Бизнес-пакет. Вот некоторые представляют, что бизнес-пакет – это набор продукта. Нет. Бизнес-пакет – это совершенно другое определение. Записываем, фотографируем, запоминаем, выкалываем себе на лбу. Не, ну ладно, там на руке. Вот, понимаете, бизнес-пакет – это набор из 7 составляющих. И первая составляющая – это наставник. Вы знаете, на самом деле, первое, когда вы говорите с человеком, с кандидатом, это вы продаете наставника. Вы знаете что? Даже если вы считаете, что вы очень крутой, даже если вы считаете, что ваш наставник, он ниже квалификации, что он менее умелый, что он менее успешный, ну, никакой, короче. Единственное, что вы должны у него научиться, вот у этого неумелого, абсолютно неуспешного наставника, приводить в сеть таких, как ты. Понятно? Научитесь у своего наставника приводить в сеть таких, как ты. Поэтому в любом случае, когда вы разговариваете со своим кандидатом, ты говоришь, я хочу тебе предложить бизнес-пакет, который включает 7 составляющих. И первое – это наставник. В данном случае я тебе расскажу о своем наставнике. Но ты же понимаешь, что я стану твоим наставником. И мой наставник тоже станет твоим наставником. Вы знаете, когда человек приходит к вам на встречу, или же он в системе онлайн, он обязательно будет видеть ваше окружение. Когда ко мне кто-то стучится, ну, допустим, если это в Фейсбуке, ну, я говорю о холодном рынке, я обязательно нажму на профиль человека, я почитаю, что это, кто этот человек, я посмотрю его фотографии и немножечко промониторю рынок, если, допустим, человек ко мне настойчиво добивается в друзья. Подписчиков, пожалуйста, хотя не все друзья, даже подписчики, да, они этого не понимают, но, в принципе, здесь демократия. Как говорит великие люди, относись к себе очень строго, а к людям с терпением, потому что не все люди могут понимать твоих желаний или твоих намерений. Так вот, наставник. Вот когда вы будете продавать своего наставника,
Если у вас, допустим, произошла та ситуация, что ну, ваш наставник, он просто покупатель продукта, да, вот, тогда это ваш спонсор. Есть спонсор, а есть наставник. Не путайте это. Спонсор – это тот человек, который спонсировал тебя в бизнес. А есть наставник – это тот человек, который тебя развивает. В данном случае сейчас эта конференция идет для группы Жанны Платоновой. Я очень горжусь, что этот человек – моя первая линия. Но так было. И она очень успешна. У нее квалификация выше, чем у меня. И этот человек, который на 100% погружен в бизнес, но это человек, который заработал уже не 1 миллион долларов в сети. Я не буду говорить о тех доспехах, которые она получала до сетевого маркетинга, потому что это был ее выбор. Это был ее выбор. И я на него никак не влияла. Но когда мы пришли в бизнес, я ее пригласила в бизнес, и она приняла это решение, а вернее, она сама ворвалась в этот бизнес, и она приняла решение не просто зайти в бизнес, а остаться в нем, доказать, получить вот то вдохновение, те большие деньги. Хотя у нее не стояла там сильно такая ситуация денежная, но она хотела вот именно то вдохновение, она хотела этот успех, почувствовать успех. Нет, тот успех, который признается твоей должностью, а тот успех, который признается твоим деянием. Она хотела быть счастливой, она очень много лет доказывала своей семье, что сетевой маркетинг – это структура, это бизнес, бизнес. Не продажа мистика, или там аллюры, или валюты, там, или какого-то продукта, что это бизнес. Вы знаете, сколько у нее было этого продукта? Но она двигалась, она двигалась, она двигалась. И она пришла к тем результатам, что на сегодняшний день это одна из серьезных команд, это сильная команда, это уважаемая команда, это квалифицированная команда. Посмотрите, пожалуйста, на Елену Кучи, да, которая присоединилась к нам уже, там, если... Так, нет, посмотрите на Лену Рыбальченко. Уже сколько лет она с нами идет. И вы знаете что? Мы-то с ней познакомились на продукте. На предыдущей школе она рассказывала, что она занималась продажей нижнего белья вместе с Натальей Федоровой. И что? И что? Это дало ей свободу. Это дало ей много возможностей путешествовать. Это дало ей то состояние счастья. Вы знаете что? Когда мы с ней, когда она подписывала контракт, так скажем, да, покупала бизнес-пакет, она единственный вопрос задала. Скажите, Оля, Жанна, а я хотя бы тысячу долларов в месяц буду зарабатывать. Что в голове? Поднимаем, Леночка, свои установки. Вот. Потому что то, что ты заказываешь, оно сбывается однозначно, только через много лет. Поэтому сейчас пересмотрите свои, заложите свою программу на большие доходы, на большие такие команды, да, на большие достижения и победы. Сейчас это пересмотрите, говорите, да ну какие-то там 100 тысяч, что что, мне бы 10 тысяч. Слушайте, придет время. Посмотрите на Лену Кучу, которая пришла к нам несколько лет назад, она уже пришла в Жанес. Если Лена Рыбальченко с Натальей Федоровной, они с нами уже больше там, уже лет 14, наверное, да, вот, то Лена пришла там не так давно, но она создала огромную команду. И вы знаете что? Она медицинский консультант, она врач, она профессионал, она использует продукт, она его, конечно же, она продвигает отзывы, но смотрите, что у нее. У нее консультации по бизнесу, у нее рекрутинговая
воронка по бизнесу. Всю свою команду она настраивает на бизнес, никак не на продажу продукта. И вы должны это запомнить и раз и навсегда. Продажа продукта ведет в никуда. Продажа продукта ведет в проблему. Продажа продукта ведет в поддержание штаны. Да, какие-то деньги вы будете иметь, потому что вы купили продукт и думаете, вау, я купила пакет. Пакет продукта. Я его называю набор обучающих продуктов. Все, это просто пакет, которым, благодаря которому вы потом начнете развиваться. Это обучающие продукты, но это никак не продажа и не система зарабатывания денег, потому что, вау, что произойдет? Я купила продукты, и у нас уже прединфарктное состояние. Конечно, нам с этого пакета нужны продукты. Самим жрать, потому что мы уже в таком стрессе, что мы потратили кучу денег, якобы. Но при этом мы мечтаем за дом за 100 тысяч там, или какое-то путешествие за 5, за 10 тысяч и так далее. Вот. Но что? Давайте посмотрим. Наставник. То есть у нас есть Лариса Балтитис. Посмотрите, насколько этот человек, я сама у нее училась. Вот Лариса Балтитис, это для меня наставник, она меня многому учит. Я очень рада, что к нам вернулись Лиля Руденко и Саша Гацко, которых я тоже училась. Я пришла, они уже были. Я у них училась, я к вам низкий поклон вам и благодарю. Я могу говорить о многих людях, но наставник – это номер один. Расскажите его историю вашему кандидату. Второе – это система рекрутинга. Обязательно продайте в своем бизнес-пакете. Номер два – это система рекрутинга. Каким образом это происходит? В данном случае у вас есть ресурс Alim. Замечательный ресурс, который разработан, который имеет все инструменты. Не усложняйте, не думайте, что система рекрутинга, она будет выполнять всю работу за вас. Нет. Такого никогда не будет. Система рекрутинга, она помогает вам вкрутить вашего кандидата. Она помогает вам получить обучающие программы стартовые. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Все, у вас она есть, и она номер два. Вот это. Третье – это финансовый карьерный план, аванс. Финансовый карьерный аванс. Что такое, ну, смотрите, финансовый карьерный аванс. Что это такое? Я вам скажу, что на самом деле, когда вы покупаете, продаете свой бизнес-пакет с набором обучающих продуктов под названием «Амбассадор», то вам компания, работодатель, так скажем, компания, она дает вам карьерный аванс на 180 дней, то есть на 6 месяцев, что вы даже как новичок будете зарабатывать по самой высшей сетке. То есть мало того, что вы будете получать личные зарплаты, личные доходы, вы будете иметь бинарные там циклы, вот, и вы еще будете иметь первую, вторую, третью линию, то есть матчинг-бонусы. Это вам аванс для того, чтобы вы встали на ноги. Вы это должны объяснять своему кандидату. Четвертое – это спилловерный депозит. Новые термины – спилловерный депозит. Что такое спилловерный депозит? Когда новичок приходит, у него может быть такая ситуация, что он занял место, да, и он еще пока разбирается, пока он там чего-то там делает, ну, какие-то обстоятельства, и он не сразу зашел в систему. Но в это время его наставник или его спонсоры, они продолжают работать, и к нему спускаются спилловерные пакеты, то есть у него создается спилловерный товарооборот, который новичок видит, и вы ему должны на это указывать, показывать, разъяснять и давать ему мотивацию забрать этот депозит. Ведь наша задача не положить деньги, наша задача забрать деньги. Это же бизнес. Пятый
пункт – это набор школ для запуска новичков. И здесь у вас вы можете сделать разные моменты. Это и в вашей Олимп-системе есть архивы школ, да, и вы можете набросать ему огромное количество ссылок. Сейчас это вообще не проблема. Но я бы вам посоветовала обязательно взять себе и полностью заготовить пакет. То есть мы сегодня начинаем продавать бизнес-пакеты. Не набор обучающих продуктов «Амбассадор», а бизнес-пакеты. И вы там заложите там 10 школ, составьте себе прям какой-то файл, да, вот, где эти школы, и вы каждый день или через день вы говорите с человеком и спрашиваете, а что ты узнал из этой школы? Вы, по крайней мере, вы увидите, вы это объясняете, что человек покупает бизнес-пакет, в который входит, например, 10 школ для запуска новичка. Шестой – это набор обучающих продуктов «Амбассадор». И седьмой – это подарки от компании. Каждый месяц у нас разные подарки, и достаточно очень щедрые. И к набору обучающих продуктов «Амбассадор» на данный момент сейчас, на Украине это подарки, там, три майда, да, три коробки мозгов, я так это называю, для того, чтобы тебе это все переработать. И достаточно очень востребованный, полезный продукт. Ну, так на минуточку $300. Очень хорошие подарки. Смотрим дальше. Значит, когда человек... Вот все, бизнес-пакет мы продали, да? Мы ему объясняем. Мы не говорим вообще о продукте. Вообще. Потому что вы помните, да, на каком месте он у нас и что он нам дает. Вот человек, то есть вы ему говорите, у тебя инвестиция $1400, твой бизнес-пакет стоит $1400. Что туда входит? Бизнес-пакет, 6 месяцев ресурс, сразу продавайте с ресурсом, сразу. Потому что если вы продаете просто набор «Амбассадор», обучающий набор продуктов «Амбассадор», и не продаете систему, все, ваш бизнес под вопросом. Жалость порождает бедность. 6 месяцев ваш обучающий ресурс сразу же. И плюс 2 месяца автошипа. Почему я это сказала? Вот, в данном случае я это рассчитала для Украины, для группы Жанны Платоновой, хотя я знаю, что сейчас меня слышит и Россия, цифры приблизительные, но они почти одинаковые. Итак, если мы рассматриваем инвестицию в бизнес, наш бизнес-пакет стоит $1400, куда входит бизнес-пакет, 6 месяцев обучающего ресурса и 2 месяца автошипа. Продажа. И мы делаем продажу. Какая? Новичка сразу же надо настроить на продажу только пакетов. Ему говоришь, первое, что ты должен делать, ты же за деньгами пришел, вы уже определились, зачем ему деньги, вы уже его подогрели, вы уже ему рассказали, вы уже ему объяснили, вы уже дали ценность бизнес-пакета. И вот здесь вы говорите, сейчас твоя задача, первый месяц 4 пакета продать. 4. Значит, я твой наставник, я твой спонсор, я готова тебе помогать. Для этого мы составляем, а как это сделать, мы с тобой поговорим, да? Вот, 4 пакета, продавая 4 пакета, ну, в данном случае мы сейчас возьмем, воспользуемся эксклюзивным летним предложением, летний пакет, который дает $400 и, так скажем, комиссионных. Поэтому мы говорим 4 человека. Всего 4. Вы знаете, когда я пришла в бизнес, у меня за 2 месяца было 51 человек. 51 человек. Новичку это можно. Его рынок еще не использован. Его рынок еще не испорчен продуктом, его рынок еще не испорчен страхами, поэтому он составляет, как рекомендует мой спонсор и наставник Джейсон Караманис,
сразу же список 50 человек. Сразу же. У нас есть специальная школа продажи по методу Джейсона Караманиса, да? Вот. По крайней мере, мы можем ее повторить и объяснить, и я могу поднять свои записи и четко отцитировать его рекомендации по продаже, да? Так вот, 50 человек сразу же, когда он горячий, под копирку, вы фотографируете, ну, копирку я не думаю, что вы сейчас, 50 человек, и вы вместе с ним, не надо долбить новичка, что вот ты ничего не делаешь, вы делаете вместе с ним, и вы продаете бизнес-пакет. Человеку нужно бизнес-пакет. Опять же, так, первый месяц 4 пакета по $400, это уже $1600 и 1260 CV формирование первого цикла, $35. Второй месяц новичку 4 пакета. Вы знаете, не 3, не как, а 4 пакета. Вот здесь начинается развитие 90 дней. Почему я сказала сам пакет и потом 2 месяца автошипа? 4 пакета. И опять у него есть $1600, вот, и уже формируется второй цикл, еще $35. Я не беру финансовый депозит, да, спилловерный депозит, я его сейчас не учитываю, потому что это как приятный бонус, это депозит, вот. И третий месяц 4 человека за месяц пригласить. Ну, извините меня, что же это за бизнес, который говорит, я аж одного пригласил. Вы бизнес делаете или делаете, извините меня, мастурбацию мозгов? Что у вас происходит? Вы должны 4 человека в месяц. 4 человека, поскольку у вас, вот когда у вас чек будет минимум от сети, $1000, вы можете уже делать 3 человека в месяц. Когда у вас чек $3000 от сети, вы можете приглашать, включать 2 бизнес-пакета. И когда у вас уже чек более 10 000, вы можете приглашать аж на 1 человека. Великое дело, да? 1 человек – это просто для обновления своей крови, потому что когда появляется новичок, он задает тупые вопросы, которые вы уже давным-давно забыли и никогда не задаете. Хотя сами, когда были новичком, задавали эти. Он не понимает то, что вы уже легко понимаете и так далее. Но он вам дает время вспомнить это, проявить терпение и еще раз отшлифовать свое мастерство. Вот, поэтому уже тем, которые 10 тысяч, им разрешается 1 пакет в месяц. Не менее, а больше, конечно, можно. Итак, 3 месяца прошло. А, 3-й месяц, опять 4 пакета, еще $1600, и уже формируются следующие 2 цикла, потому что накопились. В результате у тебя доход за 3 месяца, приход, вернее, $4940. Расход $1400. Твой доход составил $3540. Скажите мне, пожалуйста, какой вам работодатель новому человеку даст возможность на сегодняшний день получить $3540 за 3 месяца? За 3 месяца. Какой работодатель? Никакой. Никакой на сегодняшний день, но если вы только, знаете, ну, вообще не гениальный. Вот. Так вот, посмотрите, что у нас дальше происходит. Запомнили, сфотографировали. Дальше. А, ну, тогда вы мне скажете, Оля, а продукт? Ты вообще не говоришь вот за продукт. Продукт, который вы получаете в бизнес-пакете, как я сказала, это непосредственно пакет для изучения. Изучить, показать, использовать. Только для себя. Изучить, показать, использовать. А что происходит с человеком? Вот он купил амбассадор, потратил там эту $1200-1300 долларов, и он там говорит, ой, мне же надо продать, мне надо продать. Ой, вот сыворотка. Ой, не-не-не-не-не, у меня и так все хорошо.
Мне надо продать. Ой, а маску? Да не надо мне, у меня и так все. Мне надо это продать, мне надо деньги вернуть. И когда человек настроен на продукт, знаете, что он происходит? Он покупает амбассадор и начинает продавать. И начинает продавать. И вспоминайте вот этот привоз, вот эту картошку и вот эту вот пшеницу, да? И он ищет, он ищет, он ищет, он ищет. Он тратит огромное количество людей на то, чтобы найти проблемных. Проблемных, кто больной или кто-то еще там, значит, это, еще какой-то, да? Ну вот. Вы знаете, что я вам хочу сказать? На самом деле, если бы мне когда-то 20 лет назад продавали продукты, я бы сказала: ребят, вы что, шутите, что ли, а? Я же вроде как вот здесь идиотка не написана у меня. У меня 4 бизнеса, у меня достаточно миллионный товарооборот. Зачем? Дайте мне деньги, а что купить, я и без вас разберусь. Дайте мне деньги, что купить, я без вас разберусь. Я бы никогда не пришла на продукт, никогда. Я пришла на бизнес, где мне сказали, что будут обучающие системы. Ну, мне нужно было научиться вести бизнес в интернете, потому что первое мое решение зайти в интернет-бизнес – это для того, чтобы научиться вести бизнес в интернете и свои 4 предприятия разместить в этот интернет, для того, чтобы расширить свой традиционный бизнес. Это был мой первый позыв, потому что я вообще не понимала, тогда было позорно заниматься сетевым маркетингом. Позорно, этих бедных канадских мальчиков, их пинали, а этим им, а Эмвей, Гербалайф, говорил: ха, это же Гербалайфщик. Вот и все, я пришла на деньги. Если вы хотите приглашать людей сильных, приглашайте их на деньги. Вы знаете что, опять же, в моей команде был очень сильный лидер. Но вокруг нее были партнеры, которые продавали бизнес, продавали только продукт. Вот продукт он купит, он дальше ведет другого, ведутся постоянные какие-то, значит, знаете, да, презентации по бизнесу велись, но все равно в душе, ментально человеку передавалась любовь к продукту. И что? Вы знаете, когда она говорила: давайте вот это сделаем, короче, ее сожрали. Она была чужая среди своих, чужая. Вы знаете, она не выдержала, она ушла, потому что ее ритмы не совпадали, ей нужны были деньги, ей нужны были деньги. И много денег, ей надо было строить дом, ей надо было, у нее были кредиты и так далее, ей нужны были деньги. Вы знаете, прошло время. На сегодняшний день этот человек пошел в криптовалюту. Там нету продукта. Вы знаете, я поражаюсь. И, кстати, она номер один в России. Она единственный бриллиант в России. Человек самый высококвалифицированный на сегодняшний день. Но она со мной много лет была. Пока были в бизнесе. Как только заговорили о продукте, все. Так вот, что они продают? Вот я пытаюсь разобраться, что они продают. Они, значит, говорят: вот положи деньги на депозит. Через 3 года лучше, на 3 года, потому что сейчас развивается платформа, сейчас развивается мерчанство, сейчас развиваются твои деньги, они через 3 года будут в несколько раз больше. Допустим, там в прошлом году там было там 12 евроцентов, а сейчас уже 70 евроцентов, да, а через еще 2-3 года это будет уже 10 евро. Слушайте, люди кладут деньги на 3 года и не отсасывают мозги: верните мне эти деньги, у меня нету того результата. Они идут на бизнес, на приумножение денег. И что они продают? Они продают деньги, они продают будущее, они продают видение, они продают... За счет чего они живут на сегодняшний день? Ведь они же отдали деньги, у них нету продукта, который можно пойти и продать, чтобы иметь 3 копейки. Нет, они заранее идут на бизнес.
И когда они приглашают, они по реферальной системе зарабатывают деньги. Но я не об этом хотела сказать. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний день мы обладаем лучшим продуктом. В этом я уверена. Лучший продукт. Ну, по трем причинам. Первое, потому что я им пользуюсь. Второе, потому что я имею результаты. И третье, потому что это продукт моей компании. Все. Когда у меня есть деньги, вот у меня есть этот синий чай. Смотрите, да? Синий чай. Если в сторисе смотрели, я вчера это вот такое обожаю. Вкусно. Ну и что? Вы что думаете, я его в Жанес купила? Нет. У меня есть деньги, я пошла купила. Поэтому, когда у вас есть деньги, вы купите все. Вы будете привлекать людей на бизнес. Нет, конечно же, у вас будут клиенты. От них никуда не уйти. В любом случае, клиенты, они могут быть проводниками. Клиент, акция есть, сообщите ему, он купит. Это выгодно, потому что он привыкает, он говорит о вашем продукте, он поддерживает эгрегор полезности вашего продукта, он поддерживает ваш эмоциональный такой настрой полезности, да? То есть это классно, это хорошо, но на самом деле, если, ну тогда извините меня, зачем вы тогда претендуете на большие деньги? Потому что если человек купил, ваш клиент купил по акции продукт, значит, вам не могут платить, компания не может платить два раза. Сначала клиенту за то, что он купил, через снижение цены, и второе вам за то, что вы продали продукт, который идет по аукционной цене. Работу вы сделали большую, вы накормили своих клиентов. Я понимаю, когда вы купили дешевле, продали дороже. Ну, пожалуйста. Но вы знаете, что рано или поздно они ваши клиенты, если они не зарегистрированы и не имеют свой кабинет, они от вас уйдут, потому что рано или поздно кто-то им предложит выгодные системы. Вот и все. Кто-то заговорит о бизнесе. И я знаю, что много здесь людей, которые пришли на продукт, но потом им показали бизнес, и они вкрутились. Но не все, не все. Ну, где-то 10% остается в бизнесе, а 90% остается в продукте. Причем из них потом по закону Парето 20% остается постоянным, а 80% они отходят, ищут новые предложения, ссылаясь на неполученные результаты. Ну, вследствие чего, это уже другой вариант. Мы не медицинские консультанты, и мы не лечим. Мы просто профилактируем заболевания и останавливаем процессы старения. Вот и все. Поэтому наш пакет «Амбассадор» – это изучить, показать, использовать. То есть показать непосредственно, когда вы рассказываете, показать своим близким, показать своим знакомым и использовать на себе, не более. Но вот здесь вы еще новичку, вы должны объяснить, как ему работать с этим пакетом, да? То есть вы должны дать ему 6 моментов. Первое, как результативно пользоваться продуктом, рекомендацию. Второе, как результативно поставить цели. Третье, как результативно спланировать свое время. Четвертое, как результативно приглашать людей. Ну, в данном случае, куда вы будете приглашать? На встречу с наставником или же на свой ресурс. Это уже ваше право, да? Пятое. Как результативно проводить презентации? И шестое. Как результативно развивать свой бизнес? Все. Не надо больше ничего. Не надо там вдаваться в изучение каких-то там тонкостей. Все придет. Человек, он должен сам понять, что он хочет. Но первое, зачем ему это надо? И второе, дайте ему, как он это будет делать. Ну что, ну и, конечно же, общепризнанный 4-шаговый дублицированный цикл. Все. Приглашать, знакомить с бизнесом,
регистрировать, тренировать, приглашать, знакомить с бизнесом, регистрировать, тренировать. Все. Больше ничего не надо. На этом я сегодняшнюю конференцию заканчиваю. Я думаю, что вы сейчас выполните те рекомендации, которые я вам дала. Вы все-таки ответите на свои вопросы, зачем вам это надо, то есть непосредственно, зачем вам деньги, зачем вам бизнес и зачем вам продукт. И составите уже свой пакет, бизнес-пакет. Может быть, вы дополните, и будет какой-то бонус, восьмой пункт. Может быть, специально от вас, как от наставника, будет что-то входить в этот бизнес-пакет. Может быть, какие-то маркетинговые материалы. Может быть, специальные ваши школы какие-то эксклюзивные. Может быть, еще что-то. Но только бизнес-пакет. Я продаю бизнес-пакет, и я обучаю своего новичка, как продавать бизнес-пакет. На этом я с вами прощаюсь. Было с вами очень приятно. И помните, что дорога к успеху идет только через ваше видение. Что вы видите, туда вы и идете. Счастливо вам! Приятной вам трудовой недели! И желаю вам каждому за эту неделю продать минимум один бизнес-пакет. Пока!